Когда-то давным-давно дедушка по ленд-лизу привез с Америки настоящий модный велик с такой вот звездочкой модной. В общем, велик долго-долго катался, и мы его тут отреставрировали. Рама стальная, от велосипеда форвард. Вилка, не знаю от чего, немножко такая она красивая. Колеса от ХВЗ, обода стальные, типа ласточка. Впереди одна звезда. Сзади у нас три стальные каленые звезды, толстенные, от бронетехники. И, конечно, Шимана. Шимана, переключатель, все работает. Вибрейки мы такие высокие подобрать не смогли. Поэтому у нас тормоза ХВЗ. Все как надо. С душкой, с коромыслом. И, конечно, модное сиденье. Не знаю от чего, но это явно какой-то велосипед, на котором Бэтмен катался. Велосипед полностью на ходу. Вынос такой модный. Все работает. Нам удалось настроить тормоза, нам удалось настроить переключение передач на 3 звезды, представляете, на Шимана. Самое главное, мы перебрали заднюю втулку. Там были лопнутые пружинки, которые держат собачки. Мы их сделали с гитарной струны, все смазали, все настроили, все работает. Все протестировано в жестких условиях. Вот такой вот у нас дороги, видите, копают постоянно. Мы все время преодолеваем все эти трудности и тестируем новые модели велосипедов. Посмотрите, какой красавец. Просто топовый вельчик. Мечта курьера. Всего 3 скорости. И каленая стальная цепь советская. И каленые 3 звезды. То есть вообще износа не будет. На советских втулках, мне кажется, он проедет еще 60 лет. Просто даже колодки не надо будет менять. Потому что колодки 60-го года выпуска и до сих пор работают. Представляете, какой эксклюзив мы собрали для курьера. Вот велосипед. Преодолевая неровности дороги. Смотрите, как классно вообще все работает. Переключатель работает, тормоза работают. Просто топовый, топовый дорожник. И быстро едет. И даже юзом тормозит. И далее. Вот такие мы умеем делать велосипеды из того, что нашли на помойке.